Алтайском федеральном в самом разгаре. Сегодня студенты-первокурсники уже встретились с директорами институтов, своими преподавателями и кураторами. Сейчас колонны студентов прибыли на главную площадь перед главным корпусом Уральского федерального университета. Сейчас для вас все начинается по-настоящему. Миссия УРФУ – это пространство, время и люди. Это квинтэссенция возможностей, где все зависит только от тебя. Пришло время делать первый ход. Игра началась. В первый погожий сентябрьский денек робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок. Так начинаются школьные годы. Дорогие первокурсники, сегодня у вас первый день учебы в одном из лучших университетов страны, в Уральском федеральном университете. У нас более 1400 именных стипендий, и вы можете эту поддержку получать с первых дней обучения в нашем университете. У нас 19 спортивных сооружений, у нас огромные возможности для занятия творчеством, так что дерзайте! Но сейчас впервые в вашей жизни прозвучит не просто заглавный саундтрек нашей миссии, а гимн студентов всех времен и народов в исполнении хоровой капеллы имени Серебровского «Гаудеамус». Я прошу первокурсников нажать кнопку. Итак, время пошло. Теперь именно вы, начиная свою новую жизнь в этих стенах, продолжаете историю этого славного вуза. Ура! Сразу после торжественной части студенты отправляются на ярмарку возможностей. Площадка номер 7. Нам выдали квест-листы по игре. Всякие разные студенческие организации. Мы сейчас будем все смотреть, проверять и узнавать для себя что-то новое. Карточку взял, тут по инструкции все написано. Я вот пытаюсь собрать. Правда, не знаю что. Но пока что интересно. Сложно немножко, но я думаю, что я справлюсь. Мы придумали два конкурса: сделать оригами из совы, создать из нее необычное оригами, будет своего рода инновация. Второе мероприятие – это проверить свои инноваторские способности. Говорим им баллы, которые они получат за данный тест, и приглашаем их к себе в Союз молодых инноваторов. Это квест студентов. За все пройденные этапы им начисляются баллы. Мы сейчас проводим квест для первокурсников. Я задаю им вопросы и ставлю им отметку. Мы, безусловно, приглашаем их всех вступить в наш клуб робототехники. И в дальнейшем мы будем проводить с ними различные мероприятия, участвовать в соревнованиях, организовывать соревнования и делать какие-то, возможно, коммерческие проекты. Друзья, так вот, Союз студентов... Я заполнял анкету, по которой я смогу получать информацию о грантах всевозможных, которые мне позволят, если я буду, конечно, хорошо учиться, выезжать по обмену за границу, я так думаю. Мы отправляем наших студентов в УРФУ, начиная со второго курса бакалавриата, учиться за границу на один семестр или даже на два семестра. Обучение бесплатное, и здесь они ничего не теряют, этот семестр засчитывается у них здесь, в УРФУ тоже. И у нас страны, начиная от Мексики до самого Китая, по всему земному шару у нас студенты ездят. Можно зайти на сайт УРФУ, www.urfu.ru, раздел «Студентам», «Академическая мобильность», и там все посмотреть. Кофемолка, кофемолка, с
Уфимский педагогический отряд «Наутилус», и на данный момент мы танцуем танец «Бомба». Для чего мы это делаем? Это очень простой вопрос. Чтобы первокурсники загорелись и этой идеей вступать в педагогические отряды строительные или отряды проводников, потому что на самом деле помимо учебы в университете есть много другого, много интересного вне учебной деятельности. День первый в Уральском федеральном – отличная возможность для студентов-первокурсников узнать о возможностях студенческой жизни. Сегодня здесь можно выучить новый танец, а также выиграть полезную литературу. Отдел редких книг – это работа на внимание и кропотливость. Собственно, именно этим учащиеся сейчас и занимаются. Мы просто подошли, получается, к полочке, надо собрать вот таких вот три жетончика, и тогда нам дадут вот эту книжку. И ап! Это такое ощущение невероятное. Ты поднимаешься, просто нет опоры под ногами, как будто просто в воздухе летаешь, стоишь. Здорово. Я в восторге. Это вообще, это такой праздник. Я вообще такого не ожидала, когда сюда пришла. Все здорово, все супер. Надо смеяться, да? Опа, смех. Ребята, он продлевает жизнь. Мы приглашаем ребят участвовать в нашем движении, в движении КВН в Уральском федеральном. Тем более у нас открылась региональная лига Международного союза КВН. Первая официальная лига в городе Екатеринбурге. Мы очень этим рады. И, конечно же, приглашаем всех играть КВН, смотреть КВН и любить КВН. Да, я, в принципе, не против. Мне это нравится. Я сама в школе играла в своем городе. Мы просто садились, начинали разговаривать на эту тему. Просто шел разговор, кто-то сидел, записывал шутки. То есть, ну, мы преднамеренно так вот, чтобы не придумывали. День первый в Уральском федеральном университете подарил студентам-первокурсникам море полезных знаний и умений. Самые активные студенты-первокурсники получили ценные призы на главной сцене Уральского федерального университета. Сегодня выиграла кофточку. Особенно холодными вечерами будет тепло согреваться. Я набрала 85 баллов. Я, получается, прошла 9 станций. Мне очень понравилось. Станция творчества была интересна, потом станция иностранных языков. Студенты здесь, перед главным учебным корпусом, познавали азы студенческого самоуправления. Здесь было более 30 площадок, где студентам рассказывали различные направления деятельности, чем, собственно, студенческое сообщество вуза занимается. К примеру, это профсоюзная организация студентов, союз студентов, штаб студенческих отрядов. Это организация, на которой называется волонтерская, ВолУрал. Соответственно, есть у нас и научного направления организации, есть международный ISIC, BEST, есть, конечно же, клуб парламентских дебатов, клуб иностранных языков. Поэтому у каждого студента, кто посчитал нужным, по карте, благодаря игре Quest, была возможность бежать все площадки и узнать для себя что-то новое, тем самым выбрав свое будущее направление.